9 апреля 2015 года президентом России в Государственную Думу внесен проект федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о государственном оборонном заказе. 30 июня подписан этот закон президентом и опубликован. Основной замысел его – это прежде всего окрасить денежные средства предприятий, которые направлены на федеральный из федерального бюджета на исполнение гособоронзаказа. Мы непосредственно принимали участие в выпуске этого закона, я имею в виду наш комитет по обороне. Да, и я хочу вам сказать, что не все так однозначно, и он уже вступил в силу с 1 сентября. Не все так однозначно восприняли этот закон именно на местах. И мы хотели бы услышать в том числе, как этот закон внедряется, и что мешает, и что, по сути дела, тревожит наших оборонщиков именно после выхода в свет этого закона. Депутатам исключительно важно знать ситуацию на местах, поэтому мы этот круглый стол проводим с выездом в вашем регионе. Тема нашего круглого стола – это о проблемах укрепления обороноспособности Российской Федерации в сфере деятельности предприятий оборонно-промышленного комплекса и путях их решения. Уважаемые товарищи, защита страны от внешних угроз – основа политики любого государства. Лишь наличие мощных вооруженных сил способно гарантировать защиту интересов России, обеспечить ее влияние в мире. Именно поэтому вопрос обороноспособности страны, перспективы развития и проблемы оборонно-промышленного комплекса находятся в центре внимания Думского комитета по обороне во главе с адмиралом Камаедовым. Нижегородская область является крупным оборонно-промышленным центром России. Авиастроительный завод «Сокол», Нижегородский Арзамасский машиностроительный завод, Арзамасский приборостроительный завод и свыше 50 других предприятий области являются исполнителями или соисполнителями государственного оборонного заказа, который за последние несколько лет значительно вырос. В то же время поступающая в Комитет по обороне информация свидетельствует о серьезных проблемах в работе оборонной промышленности, негативно сказывающихся на обороноспособности страны. В частности, особая озабоченность вызывает состояние российской авиационной отрасли. Значительный провал имеется в работе отечественной авиапромышленности, в авиационном двигателестроении, в производстве авионики, в организации полетов и обеспечении их безопасности, в подготовке кадров и на других направлениях. 15 октября 2001 года постановлением правительства РФ была утверждена федеральная целевая программа развития авиационной техники России на период до 2015 года. В ней предусмотрены меры по разработке, модернизации и производству 17 типов самолетов, 9 видов вертолетов, 18 типов двигателей. На реализацию этой программы выделены значительные финансовые средства. Проведенные контрольным управлением президента РФ, счетной палаты и Генеральной прокуратуры, проверки Минпромторга и ОАР показали, что абсолютное большинство определенных в программе задач не выполнено, а значительная часть выделенных средств либо неэффективно использована, либо разворована. При этом ответственность за такой, скорее всего, умышленный развал отрасли, хищение потраченных на ее развитие средств нет. Сложившаяся в отечественном авиапроме ситуация ставит под угрозу выполнение намеченной руководством страны программы по производству более 600 самолетов и 1000 вертолетов для вооруженных сил. Для реализации такой задачи нет необходимых производственных площадей и квалифицированных кадров. Такое кризисное положение ведет к утрате авиационного суверенитета в условиях, когда авиация является одним из решающих факторов современной войны, прямо угрожает национальной безопасности России и ее обороноспособности. Комитетом по обороне совместно с фракцией КПРФ подготовлены и проведены несколько парламентских слушаний по этой тематике, в том числе по вопросам дальнейшего производства и использования легендарных истребителей-перехватчиков дальнего действия МиГ-31, по обеспечению воздушно-космической обороны страны, а также о путях и проблемах совершенствования боевых возможностей войск ВКО. Участники этих слушаний подчеркивали возрастание внешних угроз для нашей страны, в первую очередь со стороны стремящихся к глобальному доминированию США и других стран НАТО. В настоящее время американцами реализуются концепции мгновенного глобального удара и глобальный ПРО, который предусматривает быстрый разгром противника практически в любой точке земного шара при гарантированном недопущении серьезного ущерба от его ответного удара. При этом они делают ставку на завоевание господства в воздухе и космосе путем проведения в самом начале войны массированных воздушно-космических операций с нанесением ударов по стратегическим и жизненно важным объектам.
На слушаниях многие выступающие акцентировали внимание на серьезных просчетах организации воздушно-космической обороны страны, а также на явной нехватке в наших вооруженных силах средств борьбы с высокоточными крылатыми ракетами, гиперзвуковыми летательными аппаратами и другими современными и перспективными средствами воздушно-космического нападения. Большинство из участников слушаний указывал на острую необходимость пересмотра роли и места войск воздушно-космической обороны и повышения их статуса в современной системе стратегических действий вооруженных сил РФ. Говорилось о том, что мы недопустим медленно реагируем на изменения международной обстановки и стратегических планов вероятного противника. О результатах этой работы письменно информировалось руководство страны. В одной из аналитических записок аргументировалась целесообразность создания ВКО как нового вида вооруженных сил. Эту записку в 2013 году президенту России Путину в ходе личной встречи представил руководитель фракции КПРФ Зюганов. Путин поручил министру обороны не отмахиваться от этого предложения, а учесть его при разработке направления развития вооруженных сил. Что ж, действительно не отмахнулись. Прошло чуть менее 2 лет. Воздушно-космические силы созданы. Понимаем, что это очень важный первый шаг к формированию реально существующего и боеспособного вида вооруженных сил России. Потребуется новый максимально продуманный комплекс для того, чтобы важнейшие стратегические объекты жизнеобеспечения военного и промышленного назначения были надежно прикрыты от воздушно-космического нападения, чтобы граждане страны могли быть уверены, они находятся под надежной защитой российской армии и ее воздушно-космических сил. Со своей стороны, мы, депутаты фракции КПРФ и Комитет Госдумы по обороне, будем и дальше действовать в этом направлении. Мною совместно с коллегами по комитету, специалистами военно-научных и экспертных организаций разработан проект федерального закона о воздушно-космической обороне, который будет внесен в Госдуму на осенней сессии. Никакого быстрого перелома не может произойти еще потому, что разрушена основа, фундаментальная и прикладная наука. Знаменитые наши наукограды, основа оборонных исследований, по-прежнему живут на крайне скудном пайке. Откуда же тогда возьмут суперсовременные системы оружия, способные противостоять западным наступательным системам? Да и уровень компетенции многих военных заказчиков таков, что некому даже сформировать и грамотно составить тактико-технические задания на новые виды вооружений и техники. Ликвидировано заказывающее управление. В то время посчитали, что нет надобности в военной приемке. Однако, как оказалось, без этого наши спутники в Балаба не летают, а падают как метеориты. Сейчас, правда, спохватились, начали возвращать военпредов обратно. Но даже при наличии прорывных технологий, воплощать их в металл становится некому, так как разрушена великолепная система подготовки инженер-технических кадров и высококвалифицированных рабочих. Не будем забывать и о том, что усилиями реформаторов типа Чубайса значительная часть наших оборонных предприятий оказалась в частной собственности, в том числе и в собственности иностранцев. Ясно, что на первом месте у всех этих деятелей забота об увеличении прибыли. И оборонный заказ с его долгосрочной окупаемостью нередко противоречит интересам таких частников со всеми вытекающими из этого последствиями. Как результат, значительная часть комплектующих для нашего оружия закупается за рубежом. Например, мы на 60-70% зависим от иностранных поставщиков элементной базы, основы современных технологий. Поэтому вполне вероятно, что в ответственный момент наши системы связи управления, созданные на основе импортных комплектующих, могут разом выйти из строя. На наш взгляд, реальная, а не на словах, новая индустриализация страны, ускоренная модернизация оборонно-промышленного комплекса и осуществление на этой основе интенсивного переоружения воздушно-космических сил, авиации, флота и сухопутных войск возможно при выполнении нескольких условий. Главное – наличие политической воли и стратегического мышления руководства страны. Второе. Блокировка деятельности олигархических групп, которые заинтересованы в однобоком сырьевом развитии, приносящем им наибольший и скорый доход. Третье. Выведение стратегически оборонных предприятий из-под иностранной юрисдикции. Четвертое. Национализация частных предприятий, отказывающихся выполнять гособоронзаказ. Иначе маховик частного интереса в ОПК сметет все на своем пути. Пятое. Независимый аудит государственной программы перевооружения российской армии. Шестое. Использование для инвестирования в ОПК золотовалютных резервов и средств стабфонда. Седьмое. Жесткий контроль за расходами средств, выделяемых на вооруженные силы и ОПК. Нельзя допустить, чтобы эти деньги были разворованы или потрачены на бессмысленные проекты типа закупки французских мистралей. Восьмое. Возвращение большей части прибыли, полученной от продаж за границу вооружений, на предприятия и производитель для производства новой техники и увеличения фонда оплаты труда. Девятое.
возрождение систем подготовки рабочих и инженеров для ОПК на льготных условиях с дальнейшим освобождением работающихся от прохождения обязательной службы в армии. При выполнении этих условий ОПК, являясь высокотехнологичным сектором экономики, все еще сохраняющим достаточно высокий научно-технический и производственный потенциал, как локомотив может вытянуть за собой всю промышленность. Для выяснения фактического положения дел на предприятиях ОПК Нижегородской области и других регионов России, обмена мнений по существу имеющихся проблем и путей их решения, выработки предложений законодательного иного характера, Комитет Госдумы по обороне и организовал проведение этого совещания с вашим участием. В ходе подготовки к нему проведены встречи с некоторыми руководителями крупных оборонных предприятий и институтов, которые высказали претензии к нам, законодателям, особенно в связи с недавним принятием обновленной редакции закона о государственном оборонном заказе, устанавливающей с 1 сентября этого года новый порядок заключения и организации расчетов по контрактам гособоронзаказа. От вас поступили конкретные предложения и порядок позиций. Давайте вместе разберемся, насколько обоснованы эти претензии и что необходимо сделать для практической реализации закона. Не исключаю, что понадобится срочное внесение изменений в этот закон, тогда какими они должны быть. Приглашаем вас к открытым, обстоятельным и серьезным разговорам на тему, очень важным для каждого из нас и для страны в целом. Благодарю за внимание. Уважаемые коллеги, товарищи, друзья! Государственная Дума сейчас готовится к принятию рассмотрения нового бюджета. В последнее время бюджеты рассматривали на трехлетку, но вдруг неожиданно поступило предложение, во-первых, сдвинуть представление правительством бюджета Государственной Думы на 3 недели, а во-вторых, рассматривать все на 1 год. Если взять военно-промышленный комплекс и сложные изделия, там технологический цикл исчисляется иногда не только месяцами и годами. И снова возвращаться к практике, которая сковывала и технологическую мысль, и возможность решения многих задач, мне кажется, не только необоснованно, но и весьма опасно. С другой стороны, говорят, нет денег. И я за последнее время был на крупных мероприятиях. Вместе с Министерством обороны проводили эти международные соревнования, где удалось побеседовать со всеми министрами, руководителями, кто занимается авиационной, танковой промышленностью, новыми разработками. И они весьма обеспокоены тем, что намечается секвестр и на этом направлении. Я был на всех 12 МАКСах, которые проводились. Вот вместе с Светланой Евгеньевной мы готовили многие из них. У нас во фракции работало 3 космонавта. Светлана Евгеньевна, дай бог ей здоровья, очень многое делает и великолепно продвигает основные идеи. Вот, Виталий Севастьянов, Герман Титов, Царство им Небесное. Это люди, которые блестяще знали это направление и многое делали для того, чтобы сохранить наши приоритеты в авиационно-космической технике. Но и на МАКСе, встречаясь со всеми руководителями, я был на всех 15 авиационных заводах, знаю хорошо обстановку. Сегодня на «Соколе» порадовался, что за последние 4 года есть реальные подвижки. И мы все-таки вместе с Александром Петровичем продавили решение проблемы, связанной с МиГом-31, а впереди 41-м. Но опять же высказывает вот эту беспокойность, как бы не оказаться без средств и ресурсов, и как бы нам новый, крайне важный закон не помешал реализовывать уже намеченный проект. Любой закон всегда требует доработки, но закон есть закон, его надо выполнять. Если возникли, а тут много интересных предложений, давайте вместе рассмотрим, и мы максимально поможем его скорректировать. Но такой закон стране нужен, и наша фракция выступала не раз, подготовила целую программу и антикризисных мер, и закон о промышленной политике, о стратегическом планировании и образовании для всех, и целый ряд других. Мы рассмотрим ваши предложения, они весьма конкретны, сейчас обменялись мнением и с нашим адмиралом, который уверенно руководит крайне важных для всей страны комитетов. Но хотел бы обратить ваше внимание, что в стране не используется примерно 9,6 триллионов рублей. Они в основном в фондах и лежат в основном в чужих банках, американских и европейских. Мы их туда почти 10 лет возили под 2-3%. Потом, когда давали, брали под 5-7%. Своим деловым людям давали под 15-17, а сегодня и за 20 особо не возьмешь. Это абсолютно нерациональное использование финансовых ресурсов,
они должны быть прежде всего направлены на развитие. Естественно, должны быть и резервы, но если вы не вкладываете в развитие, а у вас весь бюджет привязан к нефтегазовой трубе, а цены вряд ли будут серьезно расти, то вы должны прекрасно понимать, что не вы заказываете музыку и определяете свою технологическую политику. Поэтому мы будем настаивать на том, чтобы эти ресурсы использовались максимально эффективно. Когда говорят, что у нас вроде опыта нет, у нас с вами уникальный опыт. Вот два мои коллеги цитировали Иосифа Виссарионовича Сталина. Но сегодня, в день, когда, по сути дела, закончилась Вторая мировая война, я хочу напомнить первую часть той фразы, которую они цитировали. Но эту часть, как правило, наша печать опускает. Сталин, выступая на собрании перед Ивкова-Ударникова первой пятилетки, вышел, подводя итоги перед самыми талантливыми людьми советской страны, сказал следующее. Нас били, били монгольские ханы, нас били турецкие беки, нас били шведско-литовские бароны, нас били японцы, били буржуи Англии и Франции, нас били за отсталость. За отсталость промышленную, военно-техническую, научную. Или мы пробежим за 10 лет, или нас сомнут. Вот сегодня мы теперь в таком же похожем положении. Или мы за 3-4 года поправим ситуацию, или нас не просто сомнут. Нас разорвут похлеще, чем разорвали Югославию. Мы должны понимать прекрасно сложившуюся обстановку. Мы для американцев и натовцев не партнеры, а клиенты, которых надо обязательно поиметь. И поиметь по следующим соображениям. Во-первых, нефть и газу половину истопили. И теперь будут добывать в основном в северном полушарии. А мы контролируем этот регион. У нас раньше было 5 полков МиГ-31. Это был лучший истребитель, который прикрывали от Мурманска до Дудинки. Теперь их нет ни одного. Или мы отладим производство подобных летательных аппаратов, или у нас будут реальные угрозы на том направлении. А сейчас срочно натовцы и американцы взяли исправлять это несоответствие с их точки зрения. На нашем материке от Балтики до Тихого океана осталось 2% населения планеты. Но сосредоточена треть главных стратегических ресурсов. А без этих ресурсов не может быть благополучия и на американском континенте, и в Европе. Поэтому надо любой ценой ослабить российскую власть и, как при Ельцине, все подгрести под себя. Тогда у нас военно-стратегические резервы были почти на 200 миллиардов долларов. Их пропили и промотали за 5 лет полностью. Мы не можем этого допускать второй раз. Мы обязаны все сделать, чтобы обеспечить безопасность своей державы. И в этом отношении Нижегородская земля всегда отличалась гигантским потенциалом. Я когда впервые я был во всех ваших районах, фактически попал на всех крупных заводов. На Красном Сморове, мне тут говорят, мы производили почти 30 подводных лодок в год. На Соколе говорят, мы сделали каждый второй-третий истребитель в годы войны. В Арзамасе я когда увидел, как работают наши ученые, лаборатории, там первый раз видел ядерное, термоядерное оружие, а я в силу того, что занимался военной разведкой, испытывал все виды современного оружия. Но когда видел производство, научную базу, инженерные кадры, технологические возможности, когда американцы увидели и попали на некоторые наши предприятия, они в Воткинске увидели, мы где-то поля делаем, они не могли поверить, что в таком городе такие технологии. Мы часть ракет уничтожали самозапуском по договору. У них на каждые 10 ракет был один сбой. У нас на 100 был один сбой. То есть надежность систем, техники была высочайшая. Мы имеем все это, но мы обязаны сейчас все сделать, чтобы не потерять ни технологические цепочки, ни кадры. Слово сказать, мы и сегодня продолжаем платить дань за безумие 91-93 года. За прошлый год было добыто и продано российского сырья на 20 триллионов рублей. Вот спросите у любого нашего депутата, они вам скажут, что бюджет всего распределил 7,5, а где 12,5? Это дань, которую платим российской иностранной олигархии, их покровителям.
У нас уехало из наших лабораторий, институтов за кордон 1 500 000 очень грамотных специалистов. Можете приехать на Боинг, там в некоторых лабораториях не надо английский язык учить. Там сидят ребята, выпускники Московского авиационного, Самарского института, Харьковского, и великолепно решают технические задачи, которые решали у себя. Они нам нужнее гораздо. Поэтому мы можем эффективно использовать это. Но для этого нужна целая программа. Кстати, такую программу мы сейчас предложили президенту, и надо отдать должное, он очень многое поддержал. Слово сказать, Александр Петрович напоминал, мы собрали главных конструкторов, ведущих специалистов, опросили, в каком состоянии находится авиационная техника. После того, как посмотрели, как летательные аппараты используют, ремонтируются, обслуживаются, и подготовили развернутую секретную записку. Я ее с президентом обсуждал больше часа. Он дал поручение всем службам, Министерству обороны, правительству, проверили. Положение казалось еще сложнее, чем было в нашей записке. И после этого были предприняты крайне важные для всех нас меры. Мы обязаны эти меры выполнить. За этим стоит проблема безопасности нашей державы. Адмирал подробно вам показал театр военно-стратегических действий. Но в этом году впервые на Красной площади рядом с нашими солдатами и воинами-победителями шли и представители других армий. И Китая, и Индии, и Сербии, и Белоруссии, нашей братской. Мы должны понимать, что без БРИКС и ШОС не будет противовеса ни натовцам, ни американцам. Поэтому наше укрепление на этом направлении исключительно важно. И говорю вашим администраторам, которые сегодня иногда свирепствуют в ходе выборных кампаний. Если собираетесь укреплять связь с БРИКС, вы должны понимать, что Китаем руководит Компартия Китая под красным знаменем. И за 30 лет своей модернизации показала супер уникальный эффект. Я был в Китае 8 раз, начиная с тех времен, когда ездили они на велосипедах и осликах, а теперь они стали космической державой. Теперь они на протяжении 30 лет показали самые высокие темпы экономического развития в мире, средние темпы 10-12%. Но в 30-е годы, когда мы проводили советскую модернизацию, темпы были 16,4%. Средние годовые, те еще не побиты. Поэтому нам придется с ними складывать потенциалы. С Индией складывать, разрабатываем в том числе и в этой области свои проекты. В Индии очень сильное левое настроение и очень влиятельная компартия. Я когда ездил, они принимали по президентскому протоколу, а не наоборот. Это касается и Бразилии, и касается ЮАР. Когда Мандела приезжал туда, он сказал, кто будет его преемником, и сказал, без посещения Мавзолея и встреч с руководством партии, я отсюда не уеду. Со всеми этими странами у нас подписаны политические соглашения, с Си Цзиньпинем меморандум, с Вьетнамом тоже, с индусами тоже, с ЮАР Бразилии. Поэтому извольте уважать это направление, и оно будет в стране укрепляться, а не ослабляться. И последнее. За 200 лет капитализма было 12 кризисов. Это к тем, кто сегодня поклоняется либеральному капиталу. 12 кризисов. Все доказали, все крупные ученые, что они неизбежны. Два последних системных кризиса закончились двумя мировыми войнами, в центре которых оказалась наша держава. Из Первой мировой вытащил Великий Октябрь, ленинский НЭП и ГЛРО и сталинская индустриализация. И второе наша победа в мае 45-го. Сейчас вытягивает Китай и только чуть сбавил темпы на 1%, как вой раздался по всей планете. Потому что это уже гигантская экономика. Поэтому нам придется делать из этого и политический вывод. А вывод связанный с следующим. 13-й системный кризис, который начался на Уолл-стрите в 2008-2009 году, куда провалились два фонда, имеющие столетнюю историю. В эту яму провалилось 200 стран, и пока он не закончился. А для нас он повторяется и падением рубля, и спадом во всех отраслях производства, и многими другими неприятностями. Или мы усилим централизованное начало государства
и эффективность управления? Или вложим огромные деньги в мозги, научные технологии и супертехнологии, они здесь, на Нижегородской земле, осваивались мной? Или не надо будет ничего сетовать. Нас отцы и деды проклянут, если мы из этих двух катаклизмов не сделаем далеко идущий вывод. Мы за это заплатили 27 миллионов лучших сынов и дочерей. Я родился на Орловщине. У меня в деревне подбитых танков было больше уцелевших домов. А из Мурков вернулся один из 10. И их трое на одной ноге, включая моего отца, по Севастополем был смертельный ранен. Вот цена, которую заплатили. Я не желаю, чтобы мои внуки, их у меня 8, из них 7 солдат, платили такую цену. Поэтому нам придется корректировать и финансово-экономический курс, и политику, и вкладывать деньги в тех, кто умеет решать, а не тех, кто воровать и вывозить их в офшоры. Половину экономикой пользуются офшорными капиталами. А эти капиталы можно в любое время пресечь, и вы сдохнете. Поэтому надо будет делать и тут хорошие выводы. Ну и еще одна ремарка. Кто завязывает новую, развязывает новую кашу? Американцы из Первой мировой войны сумели выжать главную выгоду. Сосредоточили 50% золотовалютных резервов мира. Из второй 60%. На каждом нашем убитом заработали в кавычках $200. Сейчас они самый крупный должник. 18 с лишним триллионов долларов. Есть два способа спалить этот долг. Или развязать средние руки войну так, чтобы она их не палила, они отгородились двумя океанами. Или захватить сопоставимый с американцами европейский рынок. Но европейский рынок нам в прошлом году дал 450 миллиардов. С американцами меньше 30. И Украина тут не причина, а повод выдавить нас с европейского рынка, развернуть на наших границах 2000 километров ровновый, прокопать и создать нам головную боль на ближайшие 30-50 лет. Нам придется этим заниматься очень капитально. Вот мы, наша партия, только партия, отправила на Донбасс 40 конвоев, 5000 тонн от продовольствия, медикаментов до всего, что необходимо человеку выживанию. Мы в этом году приняли 1000 детей. Обули, одели, накормили. Если вы видели их глаза, это приехали старички. На третий день оттаяли, потом вдруг почувствовали, что они дети. Поэтому нам с вами придется на всех этих трех направлениях очень плотно работать. Нижегородская область всегда входила в пятерку самых грамотных, самых технологически продвинутых, самых успешных. Мы готовы активно помогать. Но помогать тем, кто работает, думает, изобретает, а не пьянствует и ворует. С удовольствием будем помогать вам и в будущем. Спасибо.